Добрый вечер всем. Напишите, пожалуйста, как меня видно и слышно. Добрый вечер. Так, сейчас я сделаю громкость на максимум. Так, громкость у меня на максимуме. Так, напишите, пожалуйста, как видно и слышно. Так, плюсики. Так, сейчас я свет немножко отрегулирую. Так, секундочку. Так, плюсики, значит, хорошо. Так, секунду. Так, ой, я отключусь, очень срочно звонок, на одну секунду. Так, я извиняюсь. Еще раз давайте проверим, насколько меня видно и слышно. Так, я пока готовлюсь к рабочему процессу, я сейчас уберу волосы с вашего разрешения. Заберу, потому что я собираюсь активно с вами работать, все вам показывать. Так, если меня, еще раз поставьте, если меня, отлично, отлично. Так, спасибо, угу. Так, супер. А кто помнит тему? Кто помнит тему? Тему, я думаю, помните, да? Тема очень загадочная сегодня, да? Тема про... Так, вот хотела сделать красивую прическу, а получилось, называется, как всегда. Ну, смотрите, так. Я, конечно, извиняюсь, но я буду начинать говорить и буду корректировать по ходу прическу. Давайте для начала познакомимся. Меня зовут Галина. Три продукта на вейдж. Да, три продукта на вейдж, три продукта из Oriflame, благодаря которым вы сможете выглядеть этой весной просто великолепно. Моя любимая прическа, она никогда не подводит. Итак, приступаем. Значит, о чем мы сегодня будем говорить? Что это за три продукта? Честно вам скажу, на самом деле это не только три продукта, их гораздо больше, но буду делать акцент сегодня на самых главных, самых любимых своих три продукта. Но для начала познакомимся. Скажите, пожалуйста, есть кто-нибудь, кто меня еще не знает? Вот один человек, кто меня видит впервые вообще. Вот вы меня видите впервые. Вот даже вот мы с вами никогда раньше не общались, и на вебинаре вы меня видите впервые. Есть такие? Так, ну, пока вы говорите или, может быть, стесняетесь, да, я вижу, что, по-моему, здесь есть новые у нас девушки присутствуют. Я тогда два слова буквально, да, есть незнакомая фамилия, я тогда представлю буквально две минутки, расскажу о себе. Меня зовут Галина Донищенко-Шпаковская, город Мозырь, золотой директор, есть со мной рядом, отлично, есть такие, замечательно. Расскажу вам честно, я в компании Oriflame, мне 37 лет на сегодняшний день, в компании Oriflame работаю уже более 15 лет, честно, да, сбилась со счета, даже не помню, сколько точно, и я всегда, я вот сейчас буду свою историю, да, немножко пересекаться в своей истории с этими продуктами, буду плавно переходить, да, на эти три волшебных продукта. И расскажу честно, меня всегда в Oriflame привлекало, кстати, если здесь особенно присутствуют новички, и, возможно, у вас есть вопросы с личным товарооборотом, возможно, у вас есть не то чтобы вопросы, но вам пока сложно, вы пока не знаете, как сделать свои первые 100, 150, 200, 300 баллов. Сегодня мы на эту тему тоже поговорим. И, кстати, раскрою секрет, если вы думаете, что было все так всегда легко и просто, как я сейчас буду вам рассказывать, нет. Когда мы с сестрой только зарегистрировались более 15 лет назад, я вам скажу честно, у меня не было денег вообще. То есть я зарегистрировалась с точки зрения, рассматривала Oriflame только как бизнес. И зарегистрировалась я только для того, чтобы зарабатывать. Честно вам скажу, только для того, чтобы зарабатывать хорошие деньги. Потому что спонсоры, которые меня пригласили до тот момент, уже были золотыми директорами. Это мой замечательный спонсор Олеся Стародубова и Станислав Коновал. Они тогда нас пригласили с сестрой в бизнес. И они тогда, по тем временам, когда зарплаты были 40 долларов в среднем, они тогда уже зарабатывали около 2000 долларов. Это были просто нереальные деньги, это были космические просто деньги. И это было видно, что они зарабатывают очень много. Они приехали на шикарнейшем автомобиле, в Мозыре таких автомобилей не было. И, конечно же, вы же верите своим глазам, правда? Я поверила, что мы с сестрой поверили, мы начали работать. И я вам скажу честно, что с первых дней мне очень трудно давалось
точно товарооборот. Первые каталоги я не делала никакие заказы. Знаете почему? Потому что у меня не было денег даже заказывать продукцию лично для себя. На тот момент соотношение моего личного дохода, да, то есть который равнялся нулю, и ценам в каталоге, ну, было такое очень, ну, очень сложное было методоположение. Я не могла себе позволить ничего из каталога, даже мыло. Я вам честно скажу, на тот момент у меня не было денег даже, ну, в принципе, ни на что. Ни на мыло, ни на шампунь, ничего не могла себе позволить. Но потом потихонечку, первые продукты из Oriflame, которые у меня появились, это которые мне сестра моя подарила, кое-что из Oriflame. И потом, знаете, я вам честно скажу, что благодаря чему потом я начала делать товарооборот. Мы начали ездить на обучение. Вы знаете, очень важно, если вы хотите, чтобы у вас всегда были хорошие заказы, вы должны знать о наших продуктах намного больше, чем знают ваши знакомые. Вы должны разбираться в том, чем вы занимаетесь, вы должны быть экспертом, понятно, стремиться, чтобы стать экспертом, не пропускать никакие обучения. И я скажу честно, самое первое обучение, которое проходили в Киеве, я до сих пор помню, по косметике, по уходу за собой, по ароматам, по уходу за кожей лица, это были обучения Натальи Чемодановой. Я помню, что тогда не было денег. Бог знает, где я эти деньги доставала, чтобы приехать в Киев и научиться этому. Я конспектировала каждое слово, потом эти все конспекты учила наизусть. То есть это очень важно. Вы должны стремиться стать профессионалом. Честно вам скажу, просто если вы будете знать примерно плюс-минус столько же, сколько ваши подруги и друзья, вы не будете для них авторитетом, и для них не будет разницы, купить у вас какой-то продукт или пойти в магазин. Ну, правильно ведь? Если вы для них не эксперт, им все равно, в принципе, да, купить у вас какой-то продукт или купить в магазине. Тем более на сегодняшний день у нас выбор очень большой в магазинах, правда ведь? Конкуренция есть. И только если вы себя зарекомендуете как профессионал и будете потихонечку развиваться, если вы будете пользоваться этой продукцией сами и давать пробовать, ну, сейчас мы об этом будем говорить, да? Я хочу все сразу, я не знаю, как все успеть за час, но кое-что, я надеюсь, вам расскажу. И плавно перехожу, да, со своей историей. Мне всегда очень нравилось работать с косметикой. Если кому-то нравится, например, говорить о бизнесе, о цифрах, о деньгах, да, мне всегда нравилось говорить о косметике. Почему? Потому что я сама, как девочка, очень люблю использовать много-много всего, что касается красоты, молодости и так далее. И, в принципе, вы знаете, я вам честно скажу, конечно же, я хотела бы выглядеть еще лучше, но, в принципе, я довольна тем, как я выгляжу в 37 лет. И, честно вам скажу, это благодаря только продукции компании Oriflame. Потому что за эти 15 лет или сколько, может, даже немножко больше, я ничем другим, ничего другого на мое лицо, начиная от очищающего средства, заканчивая кремом и тональной основой, ничего другого на этом лице не лежало. Да, просто-напросто, честно, я даже боюсь носить на лицо какие-либо другие средства. Почему? Потому что настолько доверяю компании. Компания, спасибо большое, Аня, да, ты тоже потрясающе выглядишь. Я настолько доверяю компании, я настолько уверена в качестве. Ну, я сейчас попробую немного вам об этом рассказать. И перейду к тому, что, да, я всегда очень любила работать с продукцией, очень любила работать с косметикой. И что я заметила? Даже когда мы проводим обычные бизнес-встречи, и раньше, когда мы начинали бы проводили, когда Олеся Стардубова, мой спонсор, учила меня проводить даже просто обычные встречи, мы всегда на этих бизнес-встречах показывали какие-то любимые свои продукты. Показывали 3-5, ну, максимум 7, обычно это около 5 любимых продуктов. Те продукты, которыми мы с вами пользуемся каждый день, в среднем, да, ну плюс-минус постоянно. Какой-то крем для тела, тональную основу, тушь. Спасибо, Аня. То есть те продукты, которыми пользуется каждая женщина. Мы старались показывать на бизнес-встрече эти продукты, дать потрогать. То есть, например, какой-то крем для тела, мы брали эту большую баночку, всегда раскрывали на этой бизнес-встрече, обязательно давали протестировать, чтобы женщины, которые находятся на встрече, чтобы они попробовали их качество.
и чтобы тушь раскрыть, чтобы кисточку посмотрели, чтобы даже попробовали реснички накрасить, тональную основу, например, давали посмотреть, попробовать там саму баночку, бутылочку. Я вам честно скажу, что когда потом эти консультанты регистрировались, я потом видела эти заказы, и очень часто потом эти все консультанты постоянно приобретали эти продукты. Почему? Потому что так работает наша психология. Мы не боимся покупать эти продукты, которые мы уже попробовали и которые нам понравились. Это очень важный момент, чтобы вы его, если здесь присутствуют новички, это очень важно. Если вы хотите, чтобы вас покупали хорошие, дорогие продукты, понятно, что несложно продать гель для душа, который стоит 2-3 рубля. Но это очень долго и нудно продавать такие продукты для того, чтобы сделать хороший товарооборот 100, 200, 300, 400 или 500 баллов. Представьте, сколько нужно продать гелей для душа таких дешевых и мылок, да? Нежели если вы будете, например, показывать и делиться впечатлением тональной основы Джанани Гу, да, который имеет, допустим, или вы 15 мыл показали, да, 15 смылок, или одну тональную основу. А тональные основы сейчас пользуются все. То есть очень важно вашему клиенту, будущему покупателю или будущему консультанту дать продукт попробовать. Для этого, конечно же, вы должны сами пользоваться этими продуктами. Я вам скажу честно, если вы сами будете пользоваться дорогими, хорошими продуктами, я, например, очень люблю эту Джанани Голд, у меня сейчас и тушь Джанани Голд, All-in-One, как она называется, многофункциональная, да, силиконовые кисточки, и румяна Джанани Голд, я обожаю наши, да, постоянно ими пользуюсь, и пудры в шариках Джанани Голд. Да, да, 100%, Вера. И тональная основа Джанани Голд. Я пользуюсь только продуктами Джанани Голд. Почему? Потому что, во-первых, я сама просто в диком восторге от качества. Ну, посмотрите, вот у меня сейчас на лице тональная основа, стойкая минеральная Джанани Голд. Она маскирует все. Любую пигментацию, любые прыщики, следы от прыщика и так далее делают вашу кожу просто идеальной. Нет ничего лучше тональной основы Джанани Голд. И вы сами пользуетесь, когда, да, вы от нее просто в диком восторге. И когда вы будете попробовать с вашей знакомой, ваша знакомая автоматически тоже становится в диком восторге, потому что, поверьте мне, сколько в мастер-классах, на индивидуальных подборах, сколько мы проводили, сколько было женщин, сколько через нас прошло, все, кто впервые пробует нашу тональную основу Джанани Голд, либо же стойкую минеральную, или антивозрастную, они все просто в шоке. Как такая тональная основа, а мы всю жизнь пользовались там Max Factor или там какой-то Лореаль, или какой-то еще, и думали, что это самое лучшее, и лучше просто быть не может, а тут оказывается, есть что-то еще лучше, и просто все в шоке, да, потому что на самом деле это потрясающе. Но как у вас клиент закажет, если вы сами не пользуетесь ей, если вы не дали ему попробовать, если вы пользуетесь дешевой тональной основой, антивозрастная тоже потрясающая, просто потрясающая. Моя тоже любимая антивозрастная, стойкая минеральная. То есть смотрите, если вы пользуетесь тональной основой, допустим, нашей OnColor, да, ColorBox или OnColor, я даже не знаю, что их название, потому что я ими не пользуюсь, я их никому не рекомендую. Не потому, что они плохие, нет, а потому что тональная основа стоит, например, вот это вот OnColor 5 рублей в тюбике. Ну, толку я буду ей пользоваться. Ну, может быть, она и хорошая. А если она кто-нибудь спросит из роскошных, шикарных дам, допустим, моих знакомых, а чем ты пользуешься? Я покажу тональную основу в этом тюбике, которая в толке продаст, ну, по соскидке стоит 5 рублей. Но она на меня так посмотрит, я думаю, очень странно, да? И, может быть, даже не закажет, просто потому что, ну, как-то странно, какая-то слишком дешевая тональная основа, правда? Как-то упаковка как-то вот, может быть, как-то не очень. То есть, во-первых, смотрят на вас, смотрят на упаковку, пробуют то, чем вы пользуетесь. И, конечно же, у вас будут заказывать именно это. И плюс, да, ну, даже если у вас и закажут эту тональную основу в тюбе, которая стоит 5 рублей, ну, скажите, вам выгодно, если вы зарегистрировались в Oriflame для бизнеса в первую очередь, да? Вам выгодно, чтобы у вас заказывали тональные основы, которые стоят 15 рублей или 15 рублей? Ну, так образно. Но, конечно же, выгоднее, чтобы у вас заказывали тональную основу за 15 рублей. То есть, первое, вы
пользуйтесь тональной основой Giordani Gold, получайте потрясающее удовольствие. Вы имеете роскошный результат на своем лице. Просто вот, кажется, пользовался бы и пользовался, да? Одно удовольствие, на самом деле, пользоваться. Второе. Вы можете дать человеку вашему знакомому попробовать, и вы зарабатываете на этом совсем другие деньги. Если вы даете попробовать тональную основу Giordani Gold, а не маленькую в тюбе, да? Совершенно другие деньги. Вы зарабатываете, плюс человек, которому вы порекомендовали эту тональную основу, да, он, если у него знакомые спросят, добрый вечер, Елена, если у него знакомые спросят, а почему это такая красивая кожа, чем ты пользуешься, ваш знакомый, этот, которому вы порекомендовали, он тоже расскажет про тональную основу Giordani Gold. И таким образом сарафанное радио, оно всегда у нас изумительно работает, наше сарафанное радио, да, вся ваша структура, весь ваш бизнес будет покупать дорогие, качественные продукты. Они всегда будут от них просто в восторге, и вы будете иметь хороший товарооборот. Эти продукты всегда легко продавать, потому что они имеют просто потрясающий эффект на лицо. Еще раз повторюсь, любая женщина, которая у нас на процедурах наносит себе тональную основу Giordani Gold, она просто в шоке от того, насколько начинает светиться кожа, насколько она становится ровной, гладкой, увлажненной, идеальной, красивой. Румяна Giordani Gold. Я вам расскажу честно, вот у меня, когда у меня новички спрашивают, как вы делаете товарооборот, где вы берете клиентов? Я вам скажу честно, большинство моих клиентов, это те клиенты, это старые клиенты, которым я когда-то много-много лет назад проводила один раз всего лишь в жизни индивидуальный подбор. 100%, Лера, 100%. Один раз попробовала, они никогда не останутся равнодушными. И когда я провожу этот индивидуальный подбор один на один, все работает. Работает один на один, работает один на пять. Главное это делать, и главное, чтобы человек попробовал эту продукцию на лице, на своем лице, на своей коже. Так вот, я новичку рассказываю, что те индивидуальные подборы, которые я проводила даже 5-10 лет назад, и я однажды человеку подобрала, да, и уход мы сделали вместе с ним, но я просто не буду показывать сейчас там все эти средства, да, которые мы сделали, и уход, и потом мы нанесли тональную основу Giordani Gold, и потом румяна в шариках, и пудр в шариках, и там тушь, и бровки, и губки, и так далее, и так далее. Они потом годами постоянно покупают эти продукты. Вот, то есть, ну, это те люди, которые потом постоянно, спустя годы, просто мне звонят и говорят: Галя, у меня там закончилась тональная основа Giordani Gold, а ты же знаешь, я ничем другим не могу. Только это, только это, только это. Даже, например, есть женщины, которые вот уже годами, например, вот одна история, буквально вот свежая была, да, эта женщина, когда попала ко мне на индивидуальный подбор, это было очень давно, она была тогда таким очень серьезным бизнесменом, у нее были магазины одежды по городу, тогда она себе сразу же все абсолютно заказала, начиная от ухода и декоративной, все абсолютно заказала, делала огромные заказы, прошло уже очень много лет, у нее уже давно нет уже этого бизнеса, сейчас зарабатывает она намного меньше, но она вот мне звонит, например, на днях и говорит: Галь, ну ты знаешь, как бы я-то не могу сейчас себе позволить, но румяна в шариках у меня заканчивается Giordani Gold, и хоть я там зарабатываю сейчас копейки, но другим ничем пользоваться не могу. Их же хватает надолго, поэтому когда они будут со скидкой, ты мне сразу же позвони. Ну и, конечно же, я сообщила, говорю: Елена Степановна, они есть со скидкой, сейчас приезжайте, покупайте, забирайте. Поэтому эти люди, однажды попробовав такой потрясающего качества, такой продукт, как наши румяны, или тональную основу, они будут потом пользоваться постоянно. Но для того, чтобы они влюбились в эти продукты, вы и только вы можете их влюбить. Вы и только вы должны эти продукты показать. Пригласите их на чашечку чая, если это ваши знакомые. Пригласите их в офис или к себе домой. Дайте им попробовать, чтобы он нанес на лицо, и чтобы он видел, как у него поменялось лицо. Но сейчас, сегодня, не об этих трех продуктах пойдет речь, да? Хотя я бы рассказывала про все наши продукты бесконечно. Конечно же, декоративные косметические продукты для декоративного макияжа я обожаю, все наши тени. Ой, это просто тема для отдельного разговора, недельного, да?
Но сейчас я расскажу про три продукта. Попробую уложиться в три, да. По уходу за кожей, да, который делает вашу кожу такой гладкой, красивой и идеальной, будем так говорить, да. Ну, смотрите, сейчас уже почти весна, да, такой февраль, что, в принципе, уже пахнет весной. Сейчас, секундочку, представлю. Попью водички. Пахнет весной. И я честно вам скажу, что общаясь вот с женщинами, с девушками, каждый раз, когда они приходят к нам на какие-то процедуры, неважно, это спа-уход или индивидуальный подбор, или мастер-класс, ну, скажу честно, что очень редко, когда встретишь девушку или женщину с ухоженной кожей. Причем неважно, в каком возрасте, или это 15 лет, или 17, или 25, или 55, очень часто встречается шелушение, очень часто встречается, ну, такая вот сухая кожа, тусклая, не сияет, не блестит, ну, вот по-хорошему не блестит, да? Угу. Вот, то есть нам с вами еще работы и работы. Но что нужно для того, чтобы у нас кожа сияла? Сейчас будет моя такая вот тема, да, эти три продукта будут для того, чтобы этой весной кожа у нас у всех с вами сияла, да, сияла просто изнутри. И не только этой весной, а вообще, в принципе, и не только у нас с вами, но и всех ваших знакомых, друзей и так далее, чтобы кожа была сияла. Что для этого нужно? Конечно же, мы с вами, женщины, любим экономить, да, вы наверняка встречали, ваши знакомые любят экономить, любят что-нибудь такое подешевле, попроще для себя приобрести, но опять-таки, чаще всего это лишь только потому, что вы им не дали попробовать наши потрясающие продукты. Дайте им попробовать, и тогда они сделают совершенно другой выбор. Смотрите, я расскажу, начну. Первое. Во-первых, я использую ежедневно коллекцию Novage. По уходу за лицом, сейчас сразу сниму эту штучку, про которую буду дальше потом рассказывать, да? Вы все знаете, что наша коллекция Novage состоит из очищения, очищающего средства. Вот у меня все заставлено. Крем, сыворотка, да, крем дневной, крем ночной, сыворотка и так далее. Я не буду сейчас все это показывать, потому что это все и так понятно, что всем этим нужно пользоваться, и без этого вообще никак. Но что такое вот шелушение? Скажите мне, пожалуйста, вот очень-очень часто я встречаю женщин с шелушениями. Что это такое? Очень часто женщины думают, напишите, пожалуйста, ваше мнение, почему у женщин появляется шелушение на коже. Дело в том, что многие женщины думают, что раз у них кожа шелушится, значит, у них кожа сухая, да? Напишите, пожалуйста. Угу. Обезвоженность. Ага, ага. Да. Так. Тусклость, да, шелушение. Вот, в принципе, вот не Ирина Волосович, вы вот прям вот в десяточку. Неправильный уход, совершенно верно. Ага, угу. Да, но очень часто женщины, кстати, потому что, смотрите, есть очень большая разница. Есть у нас тип кожи, который меняется на протяжении всей жизни. То есть, например, у меня кожа комбинированная. Всегда она у меня была с рождения и будет у меня всю жизнь комбинированная. И у всех у нас женщин вот так всегда. Наш тип кожи зарождается, когда мы еще у мамы в животике, да, и сопровождает нас потом всю жизнь. Да, совершенно верно. Либо неправильный уход, либо полное отсутствие его, да. Вот, но есть еще состояние кожи. Состояние кожи – это временное такое явление, да. То есть у нас может быть сама по себе тип кожи может быть сам по себе комбинированный, либо жирный, но она может шелушиться именно из-за неправильного ухода, либо его отсутствия. Это очень правильно, это очень важно донести до человека, и, к сожалению, не просто так на бегу нас такого вы не донесете. Но если вы встретитесь один на один и сможете с ним поговорить, допустим, на индивидуальном подборе или на сессии на Вейдж, то вы сможете ему это донести. Смотрите, если уже говорить про сессии на Вейдж, то очень важно некоторые моменты. Вы информацию можете найти везде, как правильно проводить эти сессии, но я расскажу только про некоторые моменты. Первое.
Если вы приглашаете по холодному рынку, хочу рассказать все сразу, немножко перескакиваю, но я потом буду возвращаться. Если вы приглашаете по холодному рынку, то есть почти незнакомых людей, то в среднем желательно, чтобы к вам, у вас присутствовало на сессии Novage минимум 3 человека. Ну и не больше, в принципе, 3-4 максимум человека. И то это если у вас уже немножко так вот, есть кое-какие знания, вы себя уже более-менее уверенно чувствуете, потому что, в принципе, может быть, даже если вы только-только начинаете, начните с 1 на 1. Возможно, вам так будет немножко проще. Потом, если, конечно, это ваша близкая какая-то подруга или знакомая, вы можете и, в принципе, 1 на 1 встречаться, не обязательно 1 на 3. Что очень важно, почему иногда бывает, когда, вот, может быть, наверняка, кто уже из вас проводил сессии на Novage, иногда бывает такое, что женщина не видит сразу суперэффекта, вот прям такого вау-эффекта, да? Почему? Очень важно использовать такие вот несколько важных моментов. Сейчас про это расскажу, а потом буду дальше говорить. На сессиях или просто, когда вы человеку 1 на 1 рассказываете, да, о правильном уходе, очень важно, во-первых, первый момент, сделать уход на половинку лица. Почему? Потому что, когда вы сделаете на половинку лица полностью, абсолютно от А до Я правильный уход, ваша знакомая увидит просто потрясающую разницу, просто потрясающую, невероятную разницу. Первое, что значит правильный уход? Продукцию скажу потом, да? Желательно, обязательно, желательно, имейте для того, чтобы человеку показать правильный уход, вот такой вот аппарат Skin Pro. Почему? Потому что, вот представьте себе ваша знакомая или незнакомая, которая, например, вообще почти никогда не ухаживает за кожей правильно. Или просто, вот как обычно рассказывают женщины, я умываюсь просто водой, потом какой-то кремик, детский или там веер, да, что-нибудь там такое, да. Или просто умываюсь мылом, потом бывает крем нанесу, потом бывает крем не нанесу, вот так вот, да, как бы в среднем часто нам говорят. И мы смотрим перед собой женщину с очень сухой кожей, которая шелушится, которая такая серо-землянистого оттенка, непонятно какого-то такого, да, уставшая такая. Соответственно, почему? Потому что кожа обновляется, а никто это все, вот то, что обновленное, никто ничего не убирает, и это все наслаивается. То есть методы клеточки, которые у нас здесь каждый день обновление идет, да, как у нас норма, что каждый день 100 волос у нас должно по норме выпасть, да, то есть обновляются, потому что волосы, да, точно так же и кожа. Определенное количество клеточек нашей кожи каждый день отмирает, старенькие и новые, молодые, выталкивают старенькие на поверхность. Но если эти старенькие клеточки, которые уже умерли, от них осталась только одна такая сухая оболочка, если эти старые клеточки никто не убирает ничем, да, если мы просто руками водой умылись или мылом просто руками, эти мертвые клеточки наслаиваются, и потом получается вот такая вот сухая кожа, которую вот вы проводите пальчиком, она такая шелушится, то есть вы прям чувствуете этот вот толстый слой, как наждачка, эти толстый слой мертвых клеточек, которые никто не убирает, и они вот так вот и лежат, вот такое вот как слоеное печенье, да, то есть кожа такая неприятная прям под пальцами на ощупь. Особенно это видно, если тональную основу нанести, да еще и нанести, если неправильно, то эти шелушения еще и подчеркнутся. Поэтому наш аппарат Skin Pro в этом просто незаменим. Здесь есть 3 насадки, но я уже не буду показывать все 3, у нас времени не так много, да. Угу. Мы берем наша замечательная такая вот щеточка, это правда сейчас мужская насадка такая темно-синяя, да, это вот. Последний раз вот муж мой пользовался, я насадку уже не стала менять, но ничего страшного. Вы будете знать, как вот новички, что у этого аппарата Skin Pro вот так вот очень легко меняются насадки. То есть вы можете купить аппарат Skin Pro для себя, но надев мужскую насадку, ваш любимый или ваш муж, или ваш сын, например, может пользоваться тоже этим аппаратом. Вы сняли, одели свою насадку и пользуйтесь дальше вы сами. Я вам честно скажу, что когда этот аппарат работает ультразвуком, да, то есть такими вот волнами, и он делает такой потрясающий массаж, разгоняет лимфу, делает потрясающий, да, эффект виден сразу же,
Но еще я вам скажу по секрету, что я делаю. На эту половинку лица только половинку делайте, чтобы человек увидел эффект. А если еще такое сильное шелушение вы видите, я еще вот рекомендую его прям взять и вот просто им помассировать самой такой вот щеточкой. Просто помассировать, чтобы немножко убрать вот эти вот шелушки. А вообще движение, которое вот, ну, то есть, например, вы уже кожу привели в порядок, уже немножко вот эти шелушки сняли, то вот эти вот, когда начинает аппарат вибрировать, вам нужно вместе с очищающим средством, да, то есть, например, нанести очищающее средство на щеточку, да, и нужно делать вот такими вот движениями. То есть не хочу сейчас вот макияж свой снять, да, то есть вот так вот и вот таким вот, вот от центра лица в стороны и немножко вверх, вот таким вот образом вот кверху, вот, вот так вот вы начинаете и вот так вот протягиваете, вот так вот немножко вверх, вот таким вот образом. То есть носогубные складочки вот так вот наверх, разглаживаете их прям, лобик точно так же, вот так вот прям, прям вот так вот как тянете, вот так вот разглаживаете. Во-первых, вы делаете и массаж потрясающий. То есть когда вы, пока я сейчас рассказываю про такую, грубо говоря, сессию, да, вот про маленькие такие моменты, вам нужно снять этот слой, да, этих клеточек с половинки лица, да, вот этой вот щеточкой, этим аппаратом для того, чтобы, во-первых, все ваши дальнейшие процедуры, которые вы будете делать, все средства, которые будете наносить, они, во-первых, проникнут намного глубже, будет совершенно другой эффект. Цвет лица поменяется, кожа будет более гладенькая. То есть даже если вы используете одну и ту же коллекцию, но без аппарата, без аппарата, это будет разница огромная. Потому что когда этот слой мертвых клеток, вы на этот слой сверху прикладываете вот нашу коллекцию, неважно, какая бы она ни была бы замечательная, все равно эффекта полного не будет. Уберите сначала этот огромный слой мертвых клеточек, чтобы наша коллекция проникла, чтобы был просто вау-эффект. Чтобы человек увидел, какой он может быть красивый. То есть, первое, вы обязательно используете аппарат Skin Pro. Второе, что замечательно, это я уже начала рассказывать про, про три продукта, которые, которые, благодаря которым вы будете шокированы просто результатом, да? Так и все сразу. А, еще один продукт, который вы можете использовать, который очень замечательно использовать на сессиях NovAge, это наш, ну, так, грубо говоря, химический пилинг, да, его почему-то воспринимают как скраб, хотя на самом деле он не скраб, он действует не, он не механическим способом убирает мертвые клеточки, он их растворяет. Знаете, как некоторые визажисты перед макияжем используют такие вот кислотные пилинги, скатки такие, да, которые... В принципе, тот же самый. Эти скатки, они убирают тоже мертвые клеточки для того, чтобы добраться до молодых, ровненьких, гладеньких, красивых клеточек, да, чтобы кожа была ровненькая, красивая. Этот... Да. Вот, вы совершенно верно. Все вы идеально делаете, Лера. Вот, поэтому этот пилинг, если вы сделаете, это просто еще усилит эффект. Опять-таки, он растворит вот эти вот мертвые клеточки, и молоденькие останутся только на поверхности. Ваш клиент, ваша знакомая почувствует, что вот прям, она почувствует, что кожа дышит, что вот этот вот слой ушел, что кожа вот какая гладкая. Очень часто вот прям женщины прям трогают и прям хотят трогать свою кожу, потому что они давно, там 20 или 30 или 50 лет, не чувствовали такую себя потрясающую кожу на лице благодаря вот этим вот в первую очередь нашим средствам. Потому что именно эти два средства, аппарат Skin Pro и пилинг NovAge, кислотный с энзимами граната и с азотами, именно эти два средства убирают слой мертвых клеток, это толстый-толстый слой. И только после этого мы можем дальше делать наш уход. Итак, что мы делаем дальше? Один маленький момент. Это то, что нам поделилась Альбина Стрельская. У нас... Ой, хочу все сразу рассказать, не знаю, как все это успеть. Секретик маленький, да, поделюсь. У нас в нашей коллекции NovAge нет тоника сейчас на сегодняшний день, да? Но в идеале, по секрету расскажу, что очень замечательно будет для вашей кожи и для ваших знакомых, если вы добавите все-таки тоник, ваш уход и в уход ваших знакомых. Да, сейчас тоника на NovAge нет, но мы успели запастись, когда они были примерно полгода назад в распродаже. И
Даже если у вас нет тоника на выдаче, вы можете приобрести себе тоник из другой коллекции, который более-менее подходит вам по возрасту, по типу кожи. То есть если вы молоденькая девушка, вы можете взять тоник из коллекции Optimals дополнительно. Если вы, например, там девушка постарше, вы можете себе взять тоник из коллекции Королевский бархат. Зачем нам тоник? Потому что все-таки тоник, он восстанавливает кислотность кожи. Нужную кислотность кожи. Ваш баланс все-таки восстанавливает именно тоник. Поэтому в идеале для того, чтобы прям вау-эффект получить, используйте все-таки тоник. Потом, после тоника мы используем что? Что вы используете? Напишите, пожалуйста, после тоника. А сейчас проверим, кто пользуется этим средством. Напишите, пожалуйста, что вы используете после тоника. Ну, это, конечно же, к новичкам. Сыворотку, так, эссенцию. Так, разные мнения есть. Эссенцию, ага, уже продвинутые такие у нас уже есть, да? Кто еще что использует? Сыворотка, совершенно верно. Здесь уже мало новичков, да, в основном такие уже опытные у нас все девушки. Это один из тех самых трех продуктов, про которые я хотела рассказать. Эссенция Novage. Это просто потрясающий продукт. Я вот, смотрите, я уже их не знаю, сколько использовала. Вот у меня это заканчивается, бутылочка, да, вот уже почти пустая, там пару капелек, да. И вот уже я сразу же новую себе заказала, потому что этот продукт для меня лично ежедневного обязательного использования и утром, и вечером. После тоника вы берете эссенцию. Очень часто задают вопросы, как ее использовать. Вы можете, если, например, вы тоником протерли, ватный диск взяли, тоником уже протерли лицо, да, то вы можете несколько капелек, вот я вот так вот прям на щечку вот так вот наливаю несколько капелек, и потом просто по массажным линиям пальчиками протираю, да, совершенно верно, два раза в день. Что нам дает, зачем использовать эту эссенцию? Я вам расскажу честно, какие здесь два самых таких главных компонента. Это гиалуроновая кислота, низкомолекулярная гиалуроновая кислота, которая очень важна сейчас в такой период, это дополнительное увлажнение. Лично, еще раз повторюсь, моя кожа хоть и комбинированная, но ей сейчас, вот в такой вот период, лишнее увлажнение не мешает, потому что сейчас она у меня сухая. Я наношу, бывает, даже два слоя этой эссенции, честно вам скажу, бывает даже два слоя. Я от нее просто в восторге, у меня кожа просто счастливо радуется, когда я наношу ее на кожу. Ее можно использовать в любом возрасте. Это продукт для любого возраста, не для каких-то только зрелых женщин и только молоденьких. Гиалуроновая кислота увлажняет. Второй компонент – это пребиотик. Что такое пребиотик? Пребиотик – это такой потрясающий компонент, который, кстати, используется на сегодняшний день. Он представлен в косметических продуктах крайне-крайне редко. Буквально считанные единицы в Беларуси, и вообще практически нет косметических продуктов, в состав которых входит пребиотик. Что он делает? Он восстанавливает полезный микробиом кожи. То есть, если, например, у вас какие-то вот есть воспаления, если, например, у вас хотя бы иногда нет, спасалась только эссенция, решила свою проблему за неделю. Вот, видите, потрясающий результат. Я тоже просто вот не могу нарадоваться на эту эссенцию. То есть мало того, что она увлажняет благодаря низкомолекулярной гиалуроновой кислоте, да, но еще и этот пребиотик, который входит в состав, он подлечивает прыщички, подлечивает воспаление. Это очень важно, потому что у нас иногда время от времени появляется то там, то там, то там. Бывает же иногда, да, у нас там раз в месяц, например. Да, я тоже с ней не расстаюсь прям нигде, никогда. И вот используя эту эссенцию, вы еще и подлечиваете вашу кожу, если ваша кожа склонна к воспалениям. Но я раскрою маленький секрет, что если все-таки у вас кожа проблемная, а у нас... А на сегодняшний день же у женщин бывает проблемная кожа и в 18, и в 20, и в 30, и в 40, в любом возрасте. Я вас хочу по секрету обрадовать. У нас скоро в коллекции Novage появится отдельная коллекция для проблемной кожи. Для взрослых девушек с проблемной кожей. Если помните, у нас была такая коллекция Bioclinic и для проблемной кожи. Да? И вот была потрясающая там крема, очень эффективная.
Так вот, я вам раскрыла уже маленький такой секрет. В коллекции Novage буквально вот-вот-вот-вот-вот практически на днях появится тоже такая потрясающая новинка, целая коллекция отдельная Novage для проблемной кожи. Ну, секрет раскрыла, будем говорить дальше. Можете обрадовать всех, у кого проблемная кожа, у ваших знакомых. Но пока еще нету отдельной коллекции, рекомендуйте им вот эту вот эссенцию. Потрясающий эффект. Вы знаете, я вам раскрою вот такой вот маленький один, ну, не то чтобы секрет, просто историю такую. Угу. Просто расскажу, да, интересно, я сама уже жду эту коллекцию. У нас вот в конце лета или вот осенью, в сентябре, по-моему, попала к нам на процедуры, которые мы проводим в офисе, да, по макияжу, да, попала одна девушка с очень-очень проблемной кожей, прям с очень проблемной кожей. Девочки, если... О, нет, вот я вот прям так я еще не пробовала, Лера, да? Ну, я обычно пользовалась чайным деревом прямо на этом месте. Ну вот, видите? Вот еще будете использовать вот так вот. Да, то есть я вот сейчас расскажу про проблемы на коже, да? И вот Анна Бондаренко помнит эту девушку, я не буду называть ее имя, с очень проблемной кожей. Но, честно скажу, не было ни одного живого места на лице. И поскольку там у нас было обучение по макияжу, да, нам нельзя было много рассказывать, много делать каких-то процедур по уходу, да, хотя очень хотелось, руки чесались. Но единственное, что мы могли сделать, то есть понятно, что мы макияж не можем сделать на неухоженную кожу, поэтому мы протирали быстренько мицеллярной водой всех девушек, которые были на обучении, протирали мицеллярной водой, потом протирали все девушки, очень тщательно протирали эссенцией, потом только наносили сыворотку, которая им подходила по возрасту, ну и далее уже делали мы макияж, поскольку это было обучение по макияжу. И каково было наше удивление, это был такой курс обучающий из 3 недель, одно обучение в неделю, и вот, то есть мы встречались, например, с этой группой в первую пятницу, и вот в следующую пятницу, и в следующую пятницу, 3 пятницы подряд. И вот представляете, вот эта вот девушка, которая, вот у которой не было ни одного живого места просто на лице, красные, огромные, выпуклые прыщи, гнойные прыщи, просто красные. Ну, и кожа шелушилась прямо корками такими. Ну просто был, да, Анна помнит эту девушку, просто жалко было ее. Вот. И тут она приходит на очередное к нам занятие, и мы все заметили, что у нее кожа стала намного чище, более гладкая, более чистая. И она говорит, да, все заметили, что у меня кожа стала лучше, даже все, я сама заметила, смотрите, только от одного единственного использования однажды в неделю нашей эссенции. Вы можете себе представить такой эффект? А вы представляете, если вы будете использовать, если у вас проблемные есть участки на лице, если вы будете использовать эту эссенцию каждый день? Вы просто свою кожу не узнаете, это просто уже проверенный эффект, просто вот я даже не могу передать. И эта девушка вся под таким впечатлением, но она заказала себе в самое первое, это вот эту вот эссенцию, и вот такой вот замечательный продукт, который тоже я всегда всем рекламирую, да. Если особенно у вас еще пока нет финансов для того, чтобы приобрести аппарат Skin Pro, хотя оно одно другому не мешает, да, ну или, например, вы аппаратом Skin Pro, например, не хотите пользоваться каждый день. Вот такой вот спонж коньяку, он не такой-то дорогой, он стоит там около 15 рублей, по-моему, в каталоге. И то это для клиентов, для нас и то дешевле. Но это просто потрясающая вещь. Он сейчас такой вот мягенький, потому что я не так давно, он еще полностью не высох. Когда он высыхает, он такой как сухарик становится. Напишите, пожалуйста, поставьте знак минус, кто еще не пробовал спонж коньяку, кто еще никогда им не пользовался. О, сейчас на нем 9 рублей. Угу. Отлично, видите, как замечательно. Поставьте, пожалуйста, минус, кто еще не... Ой, не пробовал, есть кто не пробовал. Боже, девочки. Ой, кто-то есть. Вот много, много тех, кто еще не пробовал. Вы знаете, мне многие говорят, а зачем заказывать? Это же наверняка, ой, как много кто еще не пробовал. Сейчас вам расскажу, сейчас подождите. Да, вы на нем много, конечно, баллов не заработаете, но это просто потрясающая вещь. Если вы не хотите
пользоваться аппаратом Skin Pro и утром, и вечером, да, для очищения. Но если вы хотите иметь просто идеально гладкую сияющую кожу, ну просто идеально гладкую, так, чтобы вы просто вот умывались и просто, знаете, как в рекламе Баунти, получали райское удовольствие, закажите себе эту вещь. Она, когда к вам приходит новенькая, она как сухарик, такая вот стук-стук-стук, знаете, вот так вот, ну вот, как сухарь хлеба, который высох. Что нужно с ним сделать? Для того, чтобы первый раз умыться, ее, этот спонж-коньяк, нужно намочить в горячей воде. Вот вы вот так вот подставляете или в стакан с горячей водой, или просто под струю горячей, такой тепло-горячей воды. Как только вы опускаете, она начинает набухать, я называю ее медузка, медуза такая вот, медузочка. Медузка начинает набухать, становится потихонечку мягкой, мягче, мягче, мягче. Ну, через минутку, наверное, она становится вот полностью мягенькой такой. Вы знаете, она, во-первых, из вашего очищающего средства немножко такую делает пенку. Или если вы, например, умываетесь гель-пенкой, которая вообще, в принципе, как бы в пенку превращается, то она очень хорошо вспенивает любое средство. Многие спрашивают, так может быть это то же самое, что наша желтая губка? Желтая губка, кругленькая, и розовенькая эта кругленькая губка для снятия масок. И наш спонж-коньяку – это абсолютно разные, не похожие по своему действию, по свойствам вещи. Во-первых, это натуральный продукт, это растение коньяку, это из натурального растения сделано. Но ощущения во время умывания вам просто не могу передать. То есть вы просто выдавливаете ваше любимое очищающее средство на влажненький, передаете на мочи, чтобы он стал мягенький, мокренький такой, вот, чтобы мягенький-мягенький прям стал. Выдавили ваше очищающее средство, и вот такими массирующими, вот такими вот массажным линиям начинаете умываться. Вы просто потом трогаете свою кожу, вы просто ее не узнаете, это потрясающе. Видите, я как каждый раз, когда вспоминаю, как я умываюсь, я просто счастлива, потому что это просто уникальная вещь. И особенно, если ваши клиенты не могут они себе позволить пока аппарат Skin Pro, да, то как минимум вот эту вот вещь они должны себе позволить, потому что иначе они никогда не получат гладкую, красивую кожу. Потому что каждый день нам нужно умываться чем-то таким, не просто пальцами. Попробуйте жирную грязную посуду. Я извиняюсь, мне немножко жарковато, я поэтому сниму пиджак. Попробуйте жирную грязную засохшую посуду помыть руками. Попробуйте руками. Помойте один раз руками. Вот кастрюлю, вы варили в кастрюле борщ, да? И потом, что вы не видели спонжа коньяку? На тех страничках, где NovAge, где вся коллекция NovAge, там есть. Он такой маленький-маленький, представлен, как правило, в уголке, вот этот таким вот маленьким. Вы его найдете. Ваш спонж вам точно в этом поможет, подскажет. Спонж коньяку, правильно пишется. Вот, попробуйте грязную засохшую кастрюлю от борща, попробуйте мыть руками. Даже если вы возьмете фейри, да, даже если вы возьмете фейри и будете мыть руками кастрюлю, ну, сами понимаете, да, как бы там где-то вы, ну, где-то вот надо немножко вот потереть, чем-то более таким вот, ну, не просто руками. Руки, они просто гладят, просто массируют, да, но они не снимут, не очистят так тщательно кожу, они не снимут этот верхний слой ваших мертвых клеточек. Ну, это правда. То есть точно так же, как вы берете для вашей кастрюли, чтобы ее хорошо отмыть, вы берете драчку, вы берете губку, тряпочку там с разными сторонами, точно так же вы берете этот вот спонж коньяку, им вы можете пользоваться и утром, и вечером, 2 раза в день, 5 раз в день. У него такое нежное, нежнейшее шелушивание, просто вот райское наслаждение во время использования. Все, потом водичкой просто промыли, он у меня даже в ванной, вот так вот он хранится. Я просто его вот так вот на веревочке вот так вот вешаю на мое очищающее средство, и он вот так вот у меня на полочке лежит. И это просто великолепно. Вы его меняете примерно раз в полгода. Ну, как любое косметическое средство, раз в 3 месяца, раз в полгода. Сами смотрите, то есть, ну, как бы вот по вашему желанию. Ну, как-то зубная щетка, которую нужно периодически менять, да, в целях гигиены.
Вот. Только не держите его, этот спонж, в закрытом каком-то, в закрытой емкости, ну, потому что он же влажный, чтобы он не был сырой, чтобы, ну, чтобы не плесневел, как любые влажные продукты. То есть он должен быть на открытом воздухе, болтаться и подсыхать. Вот. Это один из моих потрясающих продуктов для идеально гладкой и сияющей кожи. Вот. Такая вроде бы мелочь, но такая очень полезная. Итак. Про аппарат Skin Pro я вам рассказала. Это уникальная вещь, которую вы можете использовать каждый день. Кстати, я рассказала вам одну такую вот маленькая такая подсказочка. Если вы проводите, это я уже вернусь, допустим, к сессии на вейдж, да? Если вы проводите сессию, и у вас только один аппарат, но у вас три дамы находятся, да, вы можете использовать, например, на одну даму совершенно верно, можно, да, и каждое утро. Ну, просто два раза в день, не знаю, сколько, ну, можно и два раза в день, я думаю. Я сейчас говорю про гигиену, да. То есть, смотрите, вы на одну даму использовали насадочку вот такую, например, со щетинками. Второй даме вы можете дать насадочку с силиконовыми щеточками, с силиконовыми такими вот ножками, понимаете, да? А третьей даме вы можете продезинфицировать первую вашу щеточку. Я вам расскажу немножко, вот такая маленькая подсказочка, которая будет очень вам полезна для работы. Вот такой вот есть дезинфектор, септоцид, синер, ну, пару копеек в аптеке. Вот, я скажу вам честно, что у меня, я как-то покупала Винглот, дезинфекторы для кистей, вы можете, в принципе, все дезинфицировать. Ну, во-первых, не всегда у нас есть под руками, например, у нас, например, в Москве нет магазина профессиональной косметики, где можно купить профессиональный дезинфектор. И только где, если я попаду, ну, если я выезжаю куда-то, да, совершенно верно, Анжела. Вот, то есть, такие вот продукты в аптеке, которые стоят 2 копейки, но которые очень здорово дезинфицируют, у вас всегда должны быть под рукой. И вы быстренько, вот, например, или какое-то блюдце, какую-то маленькую емкость, дезинфектор. Очень важно, при вашем клиенте вы должны продезинфицировать, при нем, потому что есть очень брезгливые. У меня есть, я вам честно вам скажу, это не шутка, у меня есть одна знакомая, такая, ну, почти бывшая подруга, которая ни разу в своей жизни, она очень ухоженная девушка, очень ухоженная. Вы бы никогда в жизни бы не сказали, глядя на нее, что она-то только недавно мне раскрыла секрет, хотя мы с ней знакомы уже лет 15 почти, она говорит, я ни разу в своей жизни не ходила, нигде не делала маникюр. Я говорю, как? Ну, там, например, Маша, да? Я говорю, Маша, как, почему? Она говорит, я всегда сама себе делаю маникюр. Она говорит, откуда я знаю, как они дезинфицируют там все эти приборы? Мало ли дезинфицируют они или не дезинфицируют? А мне очень все это важно. Ну вот есть такие дамы, я вам честно скажу, просто не все вам это скажут в лицо, но такие дамы есть, у них это будет в уме, поэтому это очень важно, дезинфекцию делать при них. Найдите маленькую емкость этой волшебной жидкости, чтобы они видели, что вы наливаете. И прямо при них снимите этот вот ваш, эту вашу щеточку и прямо при них опустите, подержите там сколько там времени, при них продезинфицируйте. Для них это очень важно, поверьте мне, даже если ничего не скажут, они себе галочку пометят. Ну вот такая вот маленькая тоже подсказочка. Что дальше делать на сессии, вы прекрасно знаете. После эссенции, про которую вы обязательно рассказали, дали нанести на пол лица, на ту же самую половинку, все с той же самой половинкой делаете. Потом нанесли, конечно же, сыворотку, вы это уже знаете. Потом нанесли, конечно же, крем. Кстати, по поводу крема. Есть еще такие возражения, что, например, коллекция, это холодильник, где он скатывается. Есть такое, да? Понятно, что бывает. Есть один маленький момент в использовании. Для того, чтобы не скатывались крема, как правильно наносить новые высокотехнологичные крема, да, они содержат, язык заплетается, они содержат такие уникальные компоненты для того, чтобы делать вау-эффект, да,
но их нужно использовать немножко по-другому. Не так, как раньше, мы наносили крем, просто тусовали ручками по массажным линиям, и было все замечательно. Сейчас нет. Сейчас новое поколение кремов. Да, новое поколение кремов, которые нужно наносить особенным способом. Как мужчины наносят лосьон после бритья. Вот так вот вы нанесли кремик себе, да, на ручки, вот так вот. Раз. Вот как мужчина наносит кремик после бритья. То есть вот так вот вы вот так вот нанесли, можете вот так вот легенько. Вот так вот сыворотку и кремик нанесли, и все, и оставили. Ни в коем случае не растирайте. Начнете растирать, получите эффект сахарного кремика. Еще, что нам тоже Альбина порекомендовала, если вдруг у вас, все равно, например, крем не скатывается, можете использовать ночной крем. Ночной крем, его намного проще наносить, он не так скатывается, для того, чтобы вы получили, и плюс, кстати, ночной крем, он более такой питательный, и те девушки, у кого кожа, например, очень сухая, они еще и больше оценят ночной крем. Это рекомендация, кстати, Альбины Стрельской, это не моя идея, поэтому я вам только передаю. И еще такой очень важный момент, мы раньше, когда проводили сессии на Page, нас как учили? Главное, чтобы у вас была основная коллекция наша, да? Это коллекция, например, там, Ultimate Lift или хотя бы одно. Вы всем, например, троим женщинам или четверым делаете одной коллекцией, а потом уже индивидуально подбираете каждой. Время мое заканчивается сегодня на вебинаре, но я быстренько дорасскажу. Но почему нельзя все-таки наносить всем женщинам одну коллекцию? Представьте себе, например, на вашей сессии присутствуют, кстати, а есть вообще те, кто проводит сессии? И есть те, у кого на сессиях присутствует по несколько человек. И есть, может быть, те, у кого есть. И есть, возможно, те, кто, например, проводит сессии, замечательно, и на несколько человек, и не всегда женщины в диком восторге, и не всегда потом заказывают коллекцию. Подсказываю сразу, одна из причин – только лишь потому, возможно, что вы просто сразу сделали не той коллекции. То есть, если мы все присутствующим женщинам, предположим, одной девушке 25 лет, другой 35, а третий 65, да, и мы всем сделали коллекцию коллагенного эйдж, да, а потом уже индивидуально им рассказали, что, вы знаете, да, конечно, мы вам вот сейчас вот делали все одинаковые, вообще в идеале вам подойдет коллекция, например, допустим, той, которая 65, да, в идеале, конечно же, вам подойдет потом коллекция Ultimate Lift. Это не работает, потому что человек покупает дорогой продукт, он должен попробовать на себе классный эффект, ему должно быть комфортно с этой коллекцией, с этим кремом, ему должно быть комфортно. Представьте, это все равно, что вы зайдете в магазин, вы увидите очень красивый свитер, гольф, да, гольф, водолазку, видите, очень красивую водолазку. Она красивая, вам про нее столько всего рассказали, из какой она шерсти, какая она потрясающая, как вам будет к лицу и так далее. Вот вы уже готовы ее купить, и вы решаете ее померить. Вы ее одеваете и чувствуете, что она ужасно колючая. Вот прям, знаете, как вот шерсть раньше была колючая, прям колется, ощешется. Вы ее купите? Нет, вы ее не купите, потому что вам в ней некомфортно. Вы должны ее одеть и почувствовать, да, это мое, мне приятно, мне комфортно для кожи, мне приятно, мне здорово. Точно так же должны работать и наши крема, которые мы наносим нашим женщинам. Если присутствуют, опять-таки вернемся, три женщины или даже две на вашей сессии Innovage, одной 25, а другой 65, вы должны... которая 25, использовать коллекцию True Perfection. Обязательно, это обязательно. А той, которая 65, вы должны ей нанести на кожу коллекцию... раньше это было Time Reverse, мне муж подсказывает. Коллекцию, нашу золотую коллекцию, вылетело название из головы. Нашу золотую коллекцию Novage с золотыми капсулами. Все, вылетело название из головы. В общем, вы поняли, наша коллекция Novage белая с золотым, которая для женщин 50+.
Почему? Потому что в разном возрасте абсолютно разные потребности. И если вы... О, там респорт, да, спасибо, спасибо большое. Я уже все, у меня уже все коллекции в голове перепутались. Потому что если вы нанесете женщине, которой, например, ей 65 лет, да, и у нее очень сухая кожа, и вы нанесете ей коллекцию коллаген, она ничего не почувствует. Ей будет ни о чем, у нее не будет на лице комфорта, у нее не будет такого блаженства на коже, что она вот, она должна получить именно то, что нужно ее коже в данный момент времени. Если эта кожа зрелая, сухая, она должна почувствовать на себе именно тот крем, который подходит именно для ее сухой, зрелой кожи. И та девушка, которая 25 лет, а у нее, например, кожа жирная, ну, хорошая кожа, или 23 года, а вы нанесете ей Ultimate Lift, например, ну, только тот, который есть у вас, например, да, вот был в офисе на данный момент. Ей тоже будет некомфортно, для нее он будет слишком тяжелый. И чтобы вы про него не рассказывали, ей будет некомфортно. Ей будет комфортно только с коллекцией True Perfection. Да, это финансовое вложение, но если вы хотите, чтобы у вас заказали такой дорогой продукт, то нужно, конечно же, вложиться. Тем более, вам не обязательно заказывать все коллекциями. Вы можете заказать одну или две коллекции полностью, ну да, немножко как бы придется вложиться, а остальные, потому что очищение, они ведь идут почти везде одинаковые, правда же? Очищение и очищение одинаковые, да? И просто потом докупить, ну, хотя бы по отдельности, что вы используете обычно на сессиях? Сыворотку, крем для век и дневной крем. Ну, вот эти вот хотя бы три продукта вы должны просто купить для того, чтобы человек попробовал. Да, это, конечно же, стоит денег, но тогда у вас будет совершенно другой эффект. Это, честно вам скажу, раскрыла такой секрет, опять-таки, Альбина Стрельская. Почему? Потому что она говорит, смотрите, какая у вас цель при проведении сессии. Если цель провести, но при этом сэкономить деньги, будет страдать немножко эффект. Потому что ну, не может всем одинаково понравиться одна какая-то коллекция, да? Если присутствует несколько женщин с разными типами кожи, с разными возрастами, с разными потребностями, ну не может им всем одинаково понравиться. Одной женщине, которая, допустим, которой в десятку и по возрасту, и по типу кожи понравится, да, а всем остальным не понравится, и они поулыбаются, ой, да, понравилось, спасибо большое, уйдут и ничего не будет. Надо время потратить. И коллекцию вашу потратили. Поэтому, если для вас все-таки важен эффект от вашей сессии, у вас желательно, чтобы были эти все коллекции. Ну, или приглашайте только женщин определенного возраста. Например, если у вас только две коллекции, только, например, True Perfection и Novage, да, приглашайте тогда только определенного плюс-минус возраста, там, только женщин до 40, там, понятно, да, ну, там, приблизительно. Иначе, опять-таки, да, есть вероятность, что ваше время будет потрачено впустую. То есть маленькая такая вот рекомендация. Ой, столько всего хотела рассказать, но за час не расскажешь, к сожалению, ничего. Поэтому буду надеяться, что еще буду вам полезна на следующих вебинарах. Я просто не хочу, чтобы вас так уже сильно задерживать. Самое главное, что я хочу, чтобы вы понимали, да, то, про что я говорила, что... Ой, столько всего интересного хотела еще рассказать. Можно давайте я вам еще расскажу, что очень важно, когда вы приглашаете на сессию, вот еще вот пара моментов буквально, когда вы приглашаете на сессию, на встречу, где вы хотите, ну, грубо говоря, продать, на речь порекомендовать, очень важно уже по телефону заранее человека подрисоваться. Если, допустим, это ваша незнакомая, ну, или там рекомендации через кого-то, да, то есть вы не знаете лично, Олеся, ты это знаешь, я тебе уже это рассказывала, поэтому, а вот девчонкам еще, может быть, новеньким будет интересно. То есть вы заранее, по телефону, это, кстати, рекомендация для того, чтобы человек с большей вероятностью дошел до вашей встречи, потому что у нас ведь бывает такое, что вы вроде бы пригласили три человека, пришел один или два. Бывает такое, да? Вот именно к этому моменту я хочу рассказать. Когда вы по телефону приглашаете, очень важно
уже по телефону заранее спросить у человека, сколько ему лет, какой у него тип кожи и какую проблему с кожей он бы хотел решить. Что бы он хотел получить на этой встрече, которая у вас предстоит, например, там послезавтра на сессии Novage. Какую лично его индивидуальную проблему с кожей он хотел бы решить. Это очень важно. Почему? Потому что человек тогда чувствует, что вы не просто приглашаете его для того, чтобы втюхать ему что-то, да, когда 50-50, он может не дойти до этой встречи, потому что у него внутри будет такое ощущение, что, ну, я туда приду, мне просто будут втюхивать, да, то есть как бы никто даже не интересуется мной, там, что я хочу, зачем я хочу и так далее. А заранее, если вы по телефону уже поинтересовались, он уже будет, у него будет больше, он уже чувствует, что, ага, не просто так мне будут втюхивать, да, они уже интересуются, какие у меня ощущения, чего я хочу получить, какие у меня есть проблемы с кожей. То есть это очень важно. То есть это самое первое, что по телефону вы можете уже спросить, да, кто-то просто очень просится на руки. Вот. И еще очень важно, когда человек только пришел на эту встречу, особенно если вы мало знакомы, познакомиться, поговорить немножко, рассказать два слова о себе, что вы, как вы. Очень важно тоже, опять-таки, в разговоре спросить в самом начале, там сказать, да, вот я у вас по телефону интересовалась, вот вы мне говорили, что у вас, допустим, с кожей какие-то вопросы, может быть, у вас еще какие-то вопросы появились по поводу кожи, может быть, вы еще что-то, например, там, может быть, вы хотели там вопрос по пигментации, может быть, или вопрос по... там, я не знаю, там, про, там прыщики там иногда выскакивают, проблемные там места, ну, все что угодно, да, там, или сияющую кожу человек хочет получить, эта женщина, да, а вот его, ему не нравится там оттенок лица. Кстати, еще очень важно, на сессиях, наверняка многие из вас уже знают, на сессиях на столе ничего не должно быть, кроме Novage, ничего, никакой декоративной косметики, никаких парфюмов, чтобы человек не отвлекался, чтобы у него, чтобы он был сосредоточен только на этом. Про это сказала так, про вопросы. То есть очень важно, по телефону заранее у человека спросили, и на месте вы тоже с человеком разговариваете, спрашиваете, как ваши ощущения. После каждого, например, этапа вы спрашиваете, как ваши ощущения. Еще, кстати, очень важный момент, когда вы делаете только на пол лица, еще раз повторяю, половинку лица вы не трогаете, вы все делаете только на одной половинке. Очень важно, чтобы не вы сами говорили, посмотрите, как у вас поменялась эта половинка лица, посмотрите, какая у вас красивая кожа. Это будет выглядеть как втюхивание. Нельзя так говорить клиенту. Вы должны у него сами спрашивать про ощущения, сами должны спрашивать, ну как вам. И очень важно, если присутствует, например, три человека, вы ведете сессию, а три человека присутствует. Очень важно, чтобы вы, например, присутствуют Маша, Лида и Наталья, да? Очень важно, чтобы вы, например, у Натальи спрашиваете, Наталья, как вам, подскажите, пожалуйста, как вы считаете, вот как вы видите вот кожу Марии или там Лиды? Вы видите какие-то изменения? Вот подскажите. И вот когда вы будете говорить, что вот я вижу у вас изменения, вот посмотрите, как вам здорово, посмотрите, вот вы разве не видите, я вот вижу, да? А когда именно они друг другу будут говорить, хотя если вы будете проводить сессию правильно, они так друг другу будут говорить, потому что, ну, это правда, вот вспомните, кто уже проводил такие сессии, они друг другу сами начнут, Маша, ты посмотри, ты поменялась, цвет лица другой совсем, ты такая свеженькая стала. У нас один раз даже, знаете, как две подруги друг другу, одна другой говорит, слушай, я тебя такой красивой никогда в жизни не видела, ты такая свежая стала, я тебя никогда в жизни такой не видела. Ну вот, очень интересно. То есть они, во-первых, и так сами будут друг другу говорить. Но еще, но если они вдруг молчат, вы спросите у них друг друга, да? То есть, Наталья, как вы видите, как ваша Маша, подруга, поменялась там или не поменялась? Как вы, что вы видите? Вы видите какие-то изменения или нет? Первое, что-то тебе подскажу, тоже вот такой важный момент по поводу сессий. Обязательно, когда к вам пришли, если к вам пришли в конце рабочего дня, вечером, наверняка они голодные,
после работы. И если они будут очень голодные, не будет ни ваших сессий, ни ваших рассказов, они будут думать только, как быстрее домой уйти, покушать, приготовить что-нибудь и так далее. Поэтому, чтобы их не отвлекало сильное чувство голода, очень важно сделать им чашечку чая в самом начале, когда вы знакомитесь, и хотя бы какую-нибудь печенюшку или конфету. Ну, конфетой сильно не накушаешься, но какую-нибудь печенюшку. То есть чашечка чая и печенюшка. Это, кстати, очень важный момент. Тогда человек вроде бы как перекусил немножко, то есть нет такого острого чувства голода. Это очень важно, если вечером после работы вы проводите сессии такие. И человек вас готов слушать, он уже не голодный. Он уже думает не только о еде, он уже готов вас слушать. Это вот тоже такой еще маленький момент. И еще, что-то вам еще хотела интересное рассказать. Столько всего, все бегом, бегом, бегом. Но самое главное, не помню, что еще хотела рассказать. Очень много просто всего хотела. Чем отличается косметика масс-маркет от люкса, да? А почему это очень важно в начале? А, вот еще, кстати, одна такая фраза. Очень много чего хотела рассказать. Очень важно в начале, когда вы знакомитесь, когда если вдруг это сидят, ну, почти незнакомые люди между собой, да, сказать одну такую фразу, чтобы расслабить их, чтобы они не были в таком напряжении, что сейчас мне будут впаривать, втюхивать, и я вот тут вот такой вот как ежик весь, я не поддамся, да? Есть такая одна волшебная такая фраза, которую желательно вам сказать в самом начале. Сейчас все столько всего в голове, дословно вам не скажу, но смысл такой, вы это должны сказать просто своими словами, значит, смысл такого характера. Значит, на этой сегодняшней встрече, то есть на сегодняшний день косметический рынок переполнен. Выбор косметических продуктов просто огромнейших. В магазинах чего только не найдешь, да? То есть если раньше это был дефицит 20 лет, 30 лет назад, то сейчас на сегодняшний день глаза разбегаются от выбора. И ваше право выбирать и покупать абсолютно все, что угодно. Я вас сегодня ни в коем случае не буду заставлять. Это я сейчас эту фразу говорю. Ну, фразу, я просто растягиваю ее так. Я сейчас вас ни в коем случае не буду заставлять и уговаривать, боже упаси, покупать именно там какие-то определенные продукты. Я вам сегодня просто расскажу о своих любимых продуктах, которыми я пользуюсь каждый день. Это просто мои любимые продукты, которые я обожаю и использую их уже на протяжении многих лет. Я просто с вами поделюсь этой информацией, но вы абсолютно вправе покупать абсолютно любые продукты, которые представлены у нас на сегодняшний день на косметическом рынке. Эта фраза очень важная. Когда человек расслабляет, она понимает, что вы не будете его уговаривать. Ну, я так эту фразу растянула, вы можете ее так покороче немножко как-то сделать, да, так коротко и красиво, да, что на сегодняшний день у нас с вами огромный выбор косметической продукции, огромнейший просто выбор. И вы вправе абсолютно выбирать, чем пользоваться. Абсолютно. Я вас ни в коем случае не буду переубеждать, не буду там заставлять и уговаривать. Я просто сегодня с вами поделюсь той информацией о тех продуктах, которые я обожаю, которые я люблю и пользуюсь уже много-много лет. Вот, эту вот фразу, пример, плюс-минус, да, смысл главное, чтобы вы запомнили недословно. Вы говорите, и вы человека психологически расслабляете, чтобы он понял, что вы просто будете говорить о любимых ваших продуктах. Так, этот важный момент я рассказала. Что еще я вам хотела еще рассказать, очень важно. Очень много интересных моментов, но за час просто нереально. Давайте я лучше в следующий раз, когда будет подобный вебинар, все, что я сегодня не дорассказала, я потом еще раз расскажу. И еще раз просто повторюсь, что у вас люди будут покупать, ваши клиенты. Спасибо огромное, Марина. Марина Сергеева, да. У вас будут покупать ваши клиенты, ваши знакомые именно те продукты, которые вы сами обожаете, которыми вы пользуетесь. Поэтому... Таня, ну ты, конечно, пошутила. Ага, да.
Это мы обсудим, хорошо. То есть у вас будут, не пошутила, хорошо, тогда обсудим. То есть у вас будут покупать те продукты, которые вы обожаете, которые вы любите, которые вы можете дать попробовать, нанести, дать ватный диск, сказать, нанести, давай прямо сейчас нанесем, сделаем, ты попробуешь, посмотришь, какая-то потрясающая, посмотришь, какая у тебя кожа будет, ты не узнаешь свою кожу. Вот только после этого у вас будут заказывать дорогие, классные продукты. А до тех пор, пока вы сами этими дорогими, классными, потрясающими продуктами пользоваться не будете, вас будут заказывать по каталогу самые дешевые мылки, шампуньки, гели для душа, там, не знаю, там шариковые дезодоранты за 3-4 рубля. Поэтому, дамы и господа, я очень хочу, чтобы вы делали огромный-огромный товарооборот классными, потрясающими нашими продуктами. И чтобы все ваши знакомые узнали, какая у нас есть просто революционная коллекция Novage, которая творит просто чудеса со всеми женщинами. Потому что постоянно ее используя, вы будете выглядеть просто идеально, ваша кожа будет просто светиться. И вы сами, кто пользуетесь, вот из 20, сейчас уже 20 осталось нас присутствующих, точно, кто из вас, как минимум половина, пользуется Novage, вы соврать точно мне не дадите, что это правда, истина, истина, еще раз истина. Поэтому все, что успела сказать, рассказала для сессии Novage, это очень слишком мало времени, но будем видеться дальше и буду вам потихонечку рассказывать интересненько. Поэтому всем вам огромных заказов, красоты, самой сияющей, сверкающей, упругой и красивой кожи вам этой весной, и не только этой весной. Поэтому до новых встреч, всем пока-пока, очень рада была сегодня вечером быть с вами.